Сегодня хочу поделиться рецептом розового соуса. Для этого мне понадобится 1:1 кетчуп и майонез. Майонез можете взять любой, перепелиные яйца, оливковый, провансаль. Также и с кетчупом, шашлычный, какие там есть, томатные, острые. То есть, какие вам соусы нравятся, те и берем. Также можно сюда добавить немножко зелени. Но это уже на ваше усмотрение. К соусу я добавляю 2 зубчика чеснока, можно конечно натереть на терке, но его надо совсем чуть-чуть чеснока, чтобы он только придал вкус. И добавляю сюда щепотку черного перца, щепотку смеси перцев и щепотку соли. И все это перемешиваю. Так, розовый соус готов. Его можно использовать как для рыбы мяса, так и для приготовления бутербродов, ну или как самостоятельный соус. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, не забывайте писать комментарии.